Староскольцу грозит 2 года тюрьмы за повторную езду в нетрезвом виде. Ночью в селе Каплино автоинспекторы остановили Рено. За рулем находился 33-летний мужчина с явными признаками опьянения. Водитель проходить медосвидетельствование отказался, однако и отрицать, что употреблял спиртное, не стал. За что вас задержали? Для проверки документов, подозрения, опьянения. Вы сегодня выпивали? Ну да, выпивал у меня. А что выпивали? Ну, водку выпил. Ранее был лишен. Меньше года назад мужчине вернули права после аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкции статьи предусматривают до 2 лет лишения свободы.